Ежегодно первый понедельник октября знаменует собой праздник людей одной из наиболее уважаемых профессий – Международный день врача. Главными инициаторами введения этого дня стали Всемирная организация здравоохранения и Международный медицинский гуманитарный союз «Врачи без границ». Первым, кого видит человек, когда рождается, именно акушер-гинеколог. Врачи сопровождают людей всю жизнь. Стоматологи, травматологи, кардиологи, хирурги и иммунологи. Наши жизни в руках именно этих людей. Первыми, кому мы звоним при чрезвычайной ситуации, это скорая помощь. Сейчас уровень медицины позволяет делать сложнейшие операции на мозге и сердце человека. С Международным днем врача поздравили и жители крымской столицы. Поздравляю всех медицинских работников с Днем врачей. Желаем всем здоровья, счастья и больших зарплат. Ну, это очень серьезная работа, ответственная. Наверное, да, стоит ее финансово лучше ценить. Это важно для всех. Ну, и в целом очереди как-то сделать попроще, чтобы можно было попроще к врачам попасть. Желаю, чтобы поменьше было у них работы. Вот, чтобы пореже, даже чтобы очереди были поменьше. Вот, чтобы зарплаты у них были хорошие. Ну, чтобы они были довольны своей работой. Терпение пациентам, потому что в наше время пациенты разные бывают. И не всегда труд врача должным образом как бы ценится. Поэтому им терпение и здоровье, конечно же, обязательно.